Приветствую вас, дорогие мои друзья! Сегодня мы находимся в самом магическом месте Республики Беларусь. Прогулявшись по городу Новогрудок, мы заехали в интереснейшую усадьбу под названием Литовка. Данное место пользуется популярностью среди туристов, а также жителей нашей страны. И его, несомненно, стоит посетить, чтобы иметь свое собственное представление, что же такое магическая усадьба Литовка. Они правда будут хорошие? Я их могу испугать и не тянуть. Могу вот так вот испугать. Усадьба имеет так много нестандартных элементов, что взгляд перескакивает с одного на другой. Где они? Рассматривать их можно очень долго. Вот и каждый раз открывать для себя по-новому. Холодильник прикольный розовый. В тренде. Холодильник в тренде у нас розовый. Где? Ну, вон, смотри, какой смешной. Вот Сергей Коваль. Интересная стена. Интересная стена? Интересно. Основатель данной усадьбы Сергей Коваль, к сожалению, ушел из жизни, но после себя оставил очень интересное место для посещения. Я же пытаюсь объять необъятное. Пыточная, что ли? Да. Лучше не ходить. Ой-ой-ой. Ой, какой ужас. Ну что, страшно? Да. Данная усадьба имеет разнообразные отзывы. Кому-то это интересно, кто-то находит это место очень мистическим, если мягко выразиться, но все равно хотя бы один раз ее стоит посетить для того, чтобы составить свое собственное впечатление. Дорогие наши друзья, это не единственный выпуск, который посвящен различным достопримечательностям Республики Беларусь. Пожалуйста, переходите по ссылкам в описании, а также поглядывайте в подсказочки в правом верхнем углу. Завершим, так сказать, наше сегодня субботнее путешествие. Да, Сашка? Пойдем поищем. Молодец. В каком корабле? Ну, как будто бы корабль. Наш. А зовут как будто?